15 апреля 1945 года. В течение 15 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта с боями заняли более 60 населенных пунктов. Войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта окружили и разгромили группу немецких войск, пытавшихся отступить от Вены на север. Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели на территории Австрии городом Санкт-Пельтен, важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев на реке Трайзен. За 15 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 80 самолетов противника –